Всем привет, друзья, с вами Мимик, и мы продолжаем сатанировать, так скажем, и культивировать. В общем, погнали, продолжим. Записываю, не сказать бы, что прям почти сразу, но после короткого перерыва, так скажем, полудневного, поэтому давайте разбираться дальше. На чем мы остановились? Мы приготовили еду нашим пацанчикам. День второй, я не помню, мы проводили ли проповедь. Давайте проведем. По-моему, мы проводили эту проповедь, и как-то день не сохранился. Видимо, день сохраняется общий прогресс в начале дня. Или что-то здесь такое. Окей, потому что, по-моему, что-то здесь собирал и добывал. Ладно, хрен с ним. Погнали воевать. Ведь ради этого мы-то здесь. Только ради хорошей фермы, но еще и ради убийства. Чащим. Второй ран. Поэтому погнали. На этот раз нам дают оружием тесак, топор. Медленный, но, видимо, мощный. Окей. Наконец, я тебя нашел, у меня добрые вести. Тот, кто ждет, оценил твои успехи и решил открыть тебе одну из способностей короны. Правая кнопка мыши. Ага. Три залпа у нас. Довольно жестко. Теперь при убийстве врагов ты будешь накапливать усердие. Его можно расходовать на проклятие. Усердие представляет собой силу праведного гнева, которая накапливается по мере сражений с безбожниками и позволяет накладывать проклятие. Чтобы накапливать. Ага, ну понятно. Окей, новая способность. Погнали. Ну, почти шотнуло. А собираем травку-муравку. Потому что ресы нам нужны. И у нас три прохода. Давай вниз. Получай. Время, кстати, замедляется немножко, когда мы целимся, что довольно хорошо. Полный запас здоровья. Окей. Ага, здесь конец рана. Белочка, стоим бы. Пошли лутать эти проходы. Ну, давай наверх. А, враги. Немножко неудобен топорик. Получай залп. В награду нам дают карту. Тара, хорошо. Вы можете получить сердце при убийстве врага с вероятностью 10%. По-моему, ну, много бы.
Хотя в разных играх проценты работают совсем по-разному, поэтому... Окей. И получает, выносит... Ну, чё-то такое себе. При получении урона. Давай. По квесту нам нужно какие-то осколки скрижали найти. Не знаю, что это такое. Опа. Так, смотрим. Какой-то домик. А, это, наверное, еще один житель. Здесь непонятно, какие-то сердца. А, давай в домик сходим. Там хавка, хавка всегда нужна. Жрать у нас любит. А. Бля, простите. Блин, а можно чутка не пиздеть? Заткнись. Окей. Испытываешь голод, здесь ты всегда его можешь утолить. Это на выбор можно. 15 ягод. Мясо. Давай ягод. Бля, прости. Не смей даже пальцем его касаться. Прости. Не хотел. Ну, ладно, хотел. Окей, битвы. Это что такое? Ага, я понял. А почему я... Ладно, какой-то изи враг. Вначале почему-то урон не прошел. А будут вообще какие-то ресы даваться? Я бы не против бы, если бы мне какое-нибудь дерево здесь давали бы. Так же. Что-то лагануло. Ты упорствуешь, крошка ягненок. В твоих словах ложь, в твоих мыслях страх. Алла Кордона вновь вернулась из небытия, но венчала голову ничтожного создания. Слышь ты, попизди мне. Слежать лешу, чё? А. Получай. Блин, урон получил. Нет, топорик какой-то довольно хреновый выбор. Ага, лучники. Ну, здесь мы впервые получили урон. Из-за непонятных лучников я просто, ну, не думал, что они появятся. Нет, топор довольно хреновое оружие. У него и радиус маленький. И урон не сильно хороший. Опа. Новое заклинание. Пылающий выстрел 2. Ага. Хорошо. Так, ты кто такой? Совенок? Многие тысячелетия назад здесь обитали сонмы божеств и их адептов. А, скрижаль, смотри. Какая напасть опустошила эти земли? Увы, животным, собственно, свойственно забывать о божествах, уходить в забвение. Может, они ушли, а может, уснули. Может, они поглощали, были поглощены сами. Уцелевшие же пустили корни, растянули паутину, возвели дома для себя и своих последователей. Когда-то этими краями правили десятки божеств, сотни, теперь же нет. А... Ну, снизу надо начинать, по идее, как, или сверху. А, я понял.
Скрижаль, вы собрали достаточно осколков, чтобы восстановить скрижаль, но как-то в одном месте непонятно почему. Скрижали позволяют вам провозглашать новые заповеди перед своими последователями. Собирайте скрижали и проводите таинство в храме, чтобы пополнять книгу заповедей. 6. Зачем? Ну, видимо, зачем-то. Ладно. Конец миссии, блин, надо обойти. Это что такое? Жерели природы. Украшение, помогающее последователю собирать больше материала. Хорошо. Там комната вон еще выше есть. Ага, карта. Получайте двое больше здоровья. Вот, скорость атаки, да, для топора это хорошо. Не зря бежал. Ну, хотя не знаю, насколько увеличилась скорость на самом деле, но... Скорость атаки эффективна оружию, какой-нибудь мечу, чтобы... Он, ну, бил комбинациями. Топор же бьет. Хоть и бьет комбинациями, но лучше его использовать в одиночными ударами. Ладно, босс. Давай, я готов. Была бы какая-нибудь автоатака, чтобы при зажатии кнопки он атаковал. Чай. Лево или право, конечно же, лево. Вот почему камни, например, не падают, блин. Обидно. Потому что ресов, смотри, нам по сути и не дают никаких. Это обидно. Потому что у нас как бы... Опа, нифига. Стрел 3, хорошо. Хотя я его как-то не использую. Потому что у нас скоро закончится... всякие руды. Опа. Валефор. Блин, я... Хотел почесать спинку. Ну нахер. Получай. Не ори. Это уже, кстати, поопасней. Враг, потому что я первый был как-то совсем... Блин. Пошел нафиг, пошел нафиг. И еще раз пошел нафиг. Победа. Ну, было, конечно, сложнее, чем первый ранее. Здорово. Пошли к нам в секту. Слышь, ты хочешь немножко уйти в секту, да? Ага, в конце, ну блин, чертеж хорошо. 16 дерева прям очень хорошо и 5 камней. Можно посмотреть, сколько у нас? Ага. 38 и 16, опа. Искарь. Ожерелье природы. Давайте чертеж возьмем, потому что чертежи всегда хорошо, а леса пока есть. Грязевой настил. Ну как-то чертежи пока что не радуют. Какое-то говно ненужное. Я бы что-нибудь нужное хотел бы. Сундук. Еще одного скрижаль.
Хорошо, наверное. Здесь по-любому, наверное, выход, да? Правда, уже карты не нужны, поэтому пофиг. Ценные награды. А, что-то на карточке изображено было, по-моему. Или мне показалось. Ну, напишите в комментариях, что вам показалось там. Где все, вторая дверь к боссу. Точнее, вторая печать. Да, правда, получил урон. Ну, да ладно. Приветствую, Агнец. Кажется, я не ошибся, когда спас тебя от смерти. Вот буду следить, постарайся. Окей. Ничего важного. Ладненько. День третий. Они тут пособирали нам каких-то ресов. Никто не проповедует. Получаем от крови. В смысле, что тебе надо? Позвольте отвлечь вас на минуту. Наше поселение растет день от дня. Пора дать ему название. Ага. Ильт. Ага, звучит красиво. Окей. Мне, кстати, интересно поучаствовать. Кто? Вернуться. Дать работу. Игрок, поселение, ягненок. Так, не то. Пульт. Последователя. Хотел бы посмотреть, как вообще можно ли с ними что-то еще заново переделать, типа переименовывать и так далее. У меня появилась небольшая идея тоже, если кто хотите, чтобы на вашу честь назывались новые последователи, то пишите, будем писать ваши ники. Ну, я не знаю, когда мы их... Получается, сейчас есть возможность дать им имя. Потом можно им выбор облика поменять или нет. Ну, облик пускай такой будет, цвет. Пускай красный. Пофиг. Получает уровни. Уровни? Ладно. Так, чё надо? Добывай камни. Ух, ни хрена. Борс пошел. Что-то с верой у нас довольно хреново. Это у нас тот же день идет. Видимо, да. Ой, день пробыли в данже, жесть. Без нас не могут. А, окей, проклятие Орды. Во время походов, такое себе. Получить оружие, которое отравляет врагов. Да, давай. Яды — это всегда хорошо. Второй левелап открылся. Это тоже хорошо. Вера тоже поднялась. Корона. Так, ну что-то тут... А, какие-то сердца надо. А, провозгласить новую заповедь. Скрижали позволяет вам провозглашать заповеди. Разделим категория. А новый ритуал. Блин. Одеяние даже есть. Вау, прикольно. Ну давай посмотрим. Огненная яма.
вы можете устроить танцы вокруг костра и получить веру. Но это, видимо, дерево преобразует веру. Это, видимо, специально сделали, да, 10. О, цена 25 костей. У меня нету каких-то костей, где их брать? Ага, это ритуалы, которые добавляют, я понял. На корону новые заповеди дает. Тоже я понял. Все, валить и работать. Читай проповеди, проводи ритуалы, заботься о нуждах своих последователей, и вера будет крепкая. Это один из ритуалов, для которых нужны кости. Руши их скелеты, чтобы добыть кость. Опа. Верни в землю древней веры, собери кости павших и найди нового последователя, потом проведи ритуал. Ага. Ритуалы — это таинства, проводимые в храме. Они помогают укреплять веру и преодолевать трудности. Для ритуалов требуются кости. Понятно. Круши. Круши, ломай. Так, ладненько. Да, конечно. Чего? Птица-то охерела. Ёпта дай. Так, еще где-то какахи, по-моему, у нас валяются. То, что показано, что не убрано. Ага. У, это еще что такое? Кто-то траванулся или что? Готовить. Давайте приготовим. Вау. Заболевают. Такое. Встает. Тухлая смесь. Последовательно мгновенно испражняются. Хорошие ягодки. Я не знаю. Такую хавку сделать. И вот так вот. Ну, что-то такая себе на самом деле хавка. Ну, ладно. Ага, нам новую кроватку, кстати, нужно построить. Что бедняк один спит. Так, спят они у нас здесь. Опа, смотри, постепенно ресурсы новые появляются. Это хорошо. Правда, не на том месте, где надо. Так, ты у нас... Ты иди спать. Не знаю, можно попробовать зажать. Кстати, веру пособирать. Ну это жесть. Это долго. Для таких, наверное, тем лучше всего отправлять рабочих, чтобы они добывали. Это пипец. Ну, давайте немножко подождем. Чего уж делать? Не, довольно долго. А, получить откровение, так. Мы можем что-то улучшить. Фермерский набор. Первое место, где хранятся садовые инструменты, вы можете поручить после... Опа, поливать всходы. Да, да, давай. И тоже второй левел. Хорошо. Строить. 20 дерева, жесть. Ага, это у нас радиус получается. Какой-то, кстати, здоровый радиус. Блин, на самом деле вот сюда бы посадить. Встань-то.
Ну пускай вот так вот будет. На эти как бы насрать. Так, разместить. А что у нас с хранилище семян? И смотри, вроде бы было много дерева, а теперь мало. Хранилище семян, я не знаю, кто же как действует. Стоит ли ему попадать вообще в этот радиус или нет. Давай вот так вот поставим, ладно. Вроде бы было дерево, теперь на самом деле нет. Четвертый день. Последовательным. Не хватает кровати. В смысле их не хватает? Вы что, охренели? Я же им построил. Или еще кому-то. Слышь ты, ты ж там спал. Он пришел ко мне помогать, спасибо. Так, стоям бы. А, дать работу. Возделывать землю, строить, молиться. Так. Да я не хочу с тобой базарить. Пускай строят, я сейчас наклепаю фермочек. Блин, да, дерева не хватает. Ну ничего, соберем. Так, радиус. А, попади ты. Немножко неудобно это сделано, да попади ты, потому что клава мышь, можно как-то клава, нет, ну точнее клава это можно, мыши нельзя. Это не то. Ничего страшного, один раз сейчас построим, и эта фермочка уже будет функционировать постоянно. А эту сломать можно будет? Не знаю. Ну, пускай стоит. Кто же знал. Птица охерела. Пошла нахер. Сундук, конечно, строится убер медленно. Так. Семена. Слышь ты, хрен, а ну стой. Дать работу. Вот, возделывать землю. Все, он пошел, да? Шляпа фермера. Да, пошел заниматься. Вой, занимайся, у нас есть фермер. Также нам нужны дрова. Теперь их 5. Блин, пипец, конечно. Вроде бы было куча, а теперь нету. Кто-то нагадил. Денег нету? Серьезно? А кому я отдаю деньги? Сраную кровать. Постой. 4... А, вот сучары такие. Я-то думал, последователь 4, кровати 4. Ты сломала? Помню, когда на моей родине настали тяжелые времена, все питались травяным салатом. А никому не нравился, но только благодаря ему мы выжили. Пробуйте приготовить. Потерять 35 веры, блин. Такую. Давай. Вера, конечно. Может, надо было веру потерять? А я могу сделать?
Да, ну давай, сделаем говно это. Иди жри свой салат. Каках много, конечно. Чё у нас там? Поливать не забывай. Опа, собрать ягоды. Заховала. Салат получить награду. Засеять. А как уничтожить это? Можно? Так, ясно. Мне не было сомнений. Стена божества. Да, я такой. Так, проповедь. Не знаю, кому как, но... Чё тут? Я понял, что тут дуалы. Мне кажется, здесь можно малость перекачаться, что для первого босса, по крайней мере. Блин, я хотел бы, может, через эту опцию изменить. Вот, изменить постройки, кстати. Перенести. Ну, давайте перенесем, да. Туда. Даже так можно. А, попади ты хренов. Квадратик. Все, хорошо. Окей, что у нас здесь? У нас здесь камни, но проблема с деревом. Мне бы на самом деле не помешал бы еще один последователь, который будет... Чего тебе еще надо? Куда она пошла? Ах ты ж... Серуха. Деревце растет. Блин, ну получается, нам надо идти еще в один ран. Чё, становятся друзьями? Дико медленно, кстати, поливает. Какахи посадим, положим. Так, пошел нахер. Собираем ягодки. Как быстро, кстати, семена пропадают. Просто жесть. Так, готовка. Пускай кто-нибудь захавает. И пошлите тогда еще на один ран. Думаю, успеем пробежаться. Нужно дерево, нужно деньги. Нужно все. Раз мы открыли ритуалы. Я на самом деле не хочу, кстати, так быстро попадать вообще к боссу, потому что... На четвертом ране у нас босс будет. Опа! Источающий кинжал отравляет врагов. О, да, детка. Это тентакли? Жадных щупалец. Надеюсь, это не какая-нибудь там, не знаю, эта игра. Ну, кинжал ведет себе, наверное, неплохо. Ночь. Блин. Блин. Итак, слухи оказались правдой. Алая корона снова покинула хозяина. Я не понимаю, мы же сделали все, чтобы... Неважно, мы справимся и без шамуры, шаурмы. Брат, полагаюсь на тебя. Я не, не подведу, сестра. Сестра? Ёптары. Жизнь вас не щадила, да?
Бля, получил урон. А где... Вот, яд. Косточки. Ну, я такой на самом деле, получается. Получай. Так, как-то все жестко. Эй, чувак, ты чё? Просто, блин, в наглую бежит на меня. Да, как-то было сложно. Это хорошо, игра не должна быть слишком легкой. Первые раны. Блин, я думал, это херня, как и в прошлом... Это что такое было? В прошлом поединке по одной будет фигачить. Она еще может и круговые херы. Ладно, понял. Учимся на своих же ошибках. Так, лево. Домики всякие. Так, ты что за... Ёпта, да. На тебе тентакли. Тентакли, кстати, работает намного, намного лучше, чем у того от огненного шара. Маленькое помещение, конечно. Так, и проход дальше. Ага. Блин, я... Да, могу получить это все. Я получу. Костей мы, кстати, уже... Ну да, насобирали. Нужно количество. Вот с деревом проблема. Карточки. Все на этом и получение урона. Ну, урон я начал получать, поэтому давайте. А телескоп пофиг, потому что мы в любом случае зачищаем полностью карту. Поэтому как-то так. То, что время двигается, пока мы лазим, это на самом деле максимально херово. Так, что мы сделаем? Пойдем за деревом, потом за едой, а здесь решим. Камни хорошо, но камней у нас тоже там полно пока что. Хотя я то же самое говорил про дерево. А, зажимать Е. Так, глуповато. В смысле? Дерево в дереве? Деревянная, не знаю, матрешка в качестве деревьев? Так, хавка, да? Привет, гурмана херва. Семя? Не знаю насчет семян. Нет, давайте просто ягода. Да и пофиг. Здесь теперь вопрос, что у нас? Это что такое? Неясно. Бля, заткнитесь. Давай просто камни. Да, думаю, норм. Полутали все, что нужно. Ну и босс. А за одну серию два босса, вау.
Почему? Я же уклонился. Была еще... Не-не-не. Я... Блин, what the fuck. Вроде бы уклонился, но на самом деле не уклонился, ладно. Жизни многовато все равно. А, поэтому... Просто идем, вы получаете... Ну, давай одно. Пол сердечка. Барбатос. Вот. Мексиканская музычка. Нифига. Прикольный удар. Отравил. Яд вообще ему наносит, что-то как-то хреново наносит. В смысле? Я же просто прошел, вроде... Вроде раньше такого не было. Контактного урона. Не попал. Может он хотя бы то, что там с шипами? Так, траванули. Да, привыкать, конечно, нужно все равно. У него как-то, по-моему, слишком до хрена хп. Так. Ну, почти убили. Все. Минус. Вот, чутка потненько. Не сказала бы, что прям совсем. Так. Сложный выбор. Золотой самородок, я вообще не знаю, что это такое. Можем ли мы с ними что-то сделать вообще? Переплавить в монеты. Мы пока что не можем переплавлять в монеты. Дерево нам показалось вроде бы много, но на самом деле немного. Еды у нас достаточно, поэтому ну, дерево... Так, еще один скрижаль. Пофиг. Окей. В следующей серии получается ран с боссом. Это нужно новую вот сейчас эту кроватку еще построить. Запомни, не ты служишь своим последователям, а они тебе. Думаю об их благополучии, только если оно тебе выгодно. Так в смысле, я за ними говно собираю? Их доверие все равно, что золото. Распоряжайся им по своему усмотрению. Ему всегда можно вернуть, вовремя проявив заботу. Пусть их вера вдохновляет тебя, дает тебе право творить немыслимое, делай с ними что захочешь. Я дарую тебе способность читать их мелкие мысли. Вау. Доступ к приказу при взаимодействии. Читайте, насколько они голодны, больны или утомлены. Вау. Ну, новому действию. Ага. Понятно. Пошло сохранение.
И, наверное, это хороший повод закончить серию, потому что в прошлый раз, по-моему, у нас что-то пошло не так. Поэтому вот такая вот получилась серия ритуала. В следующий раз посмотрим на ритуал с костром, почитаем мысли наших последователей, так скажем. И, наверное, пойдем пинать первого босса, Лешего. В общем, я надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в новых видео. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки и поддерживайте канал Чеканная Монета. И пока-пока.